Коробка. Да тут никого к стенке не ставили. Да тут никого. Эти конфетки, вот эти рачок. Навряд ли это след от руки. Навряд ли. Чьей-то, стой, подожди. Навряд ли кого-то здесь. Навряд ли кого-то здесь. Вот понял, прям вот две руки. Вот так. Навряд ли здесь слегка протерто посередине. Навряд ли здесь кого-то просто на этой тумбочке раздербанили. Навряд ли у кого-то волосы, вот прям понял, вот так в несколько оборотов кулака. Навряд ли эту штору используют, как, чтобы вытереть, так сказать, последствия. Навряд ли, навряд ли. Навряд ли вот этот олень повидал много в своей жизни. Я в атмосфере, словно пепел сгораю. Навряд ли кому-то, как в старых фильмах, на голову вот это падало и на шее на была. Дети спят. Дети? Орете. Здесь! Навряд ли Саня Парадеевич от работы пришел. С Бобиком домой. Ох. А? Шторами обматывал? Кого? В целом. А, как ты ее видишь? Что это за страна такая? Вот как туда попасть? Мурманск это. Красивая дорожка. Чиндерка летом просто. Пишут Сургут. 3 часа и аренда всего, и покупка шапок. Сколько стоило, угадайте? 7 тысяч. 7 тысяч. 10. 6. 12 тысяч. 14. Ты че вообще, Саныч? Что, сколько стоило? 14. Кого? За джакузи. 1000. 4 тысячи. Ты за вот эту ванну ебучую? Там по-любому кого-то. Стой, стой, еще раз. Терем-терярим-там-терем-терем-терярим-там-терем-терем-терярим-там-терем-терем-терем-терем-терем-терем. Давайте, берем собаку и пошли. О, блядь! Ой, блядь! Она ледяная? Пока я в атмосфере, словно пепел. Не надо, это ледяная реально? Не верю. Да мы в одной лодке. Ебло, мы в одной лодке, я бы сказал. Что за лодка такая крысиная, а? Не, вот да лодка. Не выйдешь. Давай, поставим. А тут не горячо. А, ты хуйло! Та самая ледышка. Опахало мне! Амахасу! Сейчас башка треснет от температуры. Бля, греешься. Подписчики тоже чуть парчик. Так чё? Можно им в потолок поднять. Ты чё, блядь, сейчас от температуры выключишь. Сейчас я так выключусь, нахуй. Сейчас вы выключитесь. Ну что, допрыгался щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Как понять, что сейчас будет какая-то хуйня от горилки? Он просто слово последнее повторяет. И потом добавляет что-то. Ты говоришь, Виталий Наливкин. Наливкин? Значит, следующий сейчас будет какая-то хуйня. Так он это... Это я просто формулу вам рассказал, чтобы вам было он понятнее. Он задерживает паузу. Понятнее, где юмор, чтобы вы могли делать смех за кадрами. Наличник ведешь. Сань, два штрафных черепака. Вот она, рыба моей мечты. Здоровенный ясь. Ногти плавятся, блин. А я потом пиксель взял. Блять, почему запах такой ебаный? Ебаный вообще. Запах... Спермяк. Хуё. Спермяк, скорее всего. На камнях. Спермяк — это люди, которые в Перми живут. Пермяки, они откуда? Спермяки. Пермяки наши братья. Как ты мог? Ох, я был блядь. В Перми. Я фоткался возле... А Сань, уже все, может... Все, Сань. Отмена. Я просто блядь. Извинись, куда, Сань, ну не пытайся. Слой пацана, просто. Извинись просто, я там фоткался. Какой слой пацана? Ну надпись огромная. Пермь наши братья. Счастье что-то там. Счастье не за горами. Вот, я там фоткался. Ты не слово пацана. Ты не слой пацана. Реальный пацан. Ты в бане, блядь. Реальный пацан. Извинись, тебя забанят везде. За что? Извинись. За что? То, что за шутку неудачную. Ну, если они на шутке обижаются, они, значит, обиженки. Как оказаться в бане, находясь в бане? Пи карточку бы взял на Новый год. Опа. Кинул бы ее. Опа, блядь. Опа.
Опа! Америка, Европа! Этого не может быть! Промежуток должен... Еще чуть-чуть, если телефон у тебя где-то выключится. Не выключится. Не выключится. Не, там не так холодно. Не так холодно. Не так тепло. Не так тепло. Выводи меня. А собака без шляпы у нас, а? Без шляпы, кстати. Не купил, блядь, пожалел денег. Пожалел. Еще говорят, боржома у вас есть, боржоми. Боржоми, все, что хотите, да. Нужно. Давайте. 4 бутыля. 4 боржоми? Да. Иди. Помню, казалось, дорогой бутылка боржоми. Сань, ну подай Лехе чуть. Во-во-во-во. Каепуть его. Да куда с сухими-то они сейчас разлетятся? Дай замочу чуть. Ну куда с сухими сейчас разлетятся? Блядь, да куда с сухими, а? Разлетятся. Хочу чаю, аж кончаю. Хочу пиццу. Хули здесь какой-то комар, блядь. Это трап, ёпты. Налить? Налей, ёбаный ворот. Чё мне делать? Оп, с кислородом. Пока я в атмосфере, словно этот самый пепел сгораю. Попробовать. Откул. Каждая соринка витаминка пишет. Я чёрный. Чёрный. Ох, блядь. А ну дайте мне микрофон, да. Эй, ох, не. Вот это хочу песню. Давай, микрофон. Не перевелись еще богатыри на земле нашей. Пишут вам мой гинеколог. Что это значит? Говорит. Пока я в атмосфере, словно пепел сгораю. У тебя там реверб какой-то стоит? Да. Да, легкий. Ну, пульт есть? Алло, ну как там с деньгами? Какими деньгами? Там еще стоит. Пойдемте, Грец.
Блять, чуть не пизданулся ради этого. И не помогло нихуя. Давай, запивай наш. От кого? От масла впечатлить. Это то, что он кинул туда. По бескрайнему! Блять, не надо ебать голову, сука! Саня, снюхай тебя нахуй. 40 с чем-то летит. Но глаза не слезятся? Глаза не врут, блядь. Нет. Я трахнул суку, ей было 40. Let's go. Ребята, я к вам захожу. Да-да, мы здесь. Слушайте, ну вот вам принесла. Ох. Опа. Опа. А это для нашего барсика? Слушайте, и там человек вот этот стоит, он сам банщик. Он хочет вас еще бесплатно попарить. Ох. Ну это очень крутая вещь, если вас попарят. Это нереальная конечно, вещь. Конечно, конечно. А что там за картина? Вот. Вот. Огонь, да? А это ваш какой-то парщик? Нет, этот человек мне позвонил, для вас подарок сказал. Откройте мне дверь. А это просто с улицы какой-то? С улицы какой-то подписан на вас блогер. Это Будулай? Вы знаете вообще, что это за ситуация? Или у нас теракт будет сейчас какой-то? Не дай бог, конечно же. Мы не знаем, кто это. Никто? Ну что, он будет вас парить? Нет, конечно. Чего вы не хотите? Так он же не банщик. Он сам по себе банщик профессиональный. Это он так сказал? Да. Веники привез вам. Он что, узнал, что вы в бане? Ну, а я президент Северной Кореи. Ну что, говорит нет? Нет. Веники в подарок примите. Картину от чистого сердца примите. От него, что ли? От него. Ох, ёб. Кто что? Ну, хоть краба дать выйти. Ну, краба. Ну, пусть, может, по рукам мы ему дадим. Давай. Он может зайти. По рукам даем. Слушайте, я очень... Мужчина, идите сюда. Слушайте, можете мне рассказать ситуацию, откуда он вас знает и что я происходит? Я вообще без понятия. Что происходит? Откуда вы узнали, что они здесь сидят? В натуре банщик? Ну, я парильщик. Да, нет, реально парильщик? Что-то по-парильщински, можешь сказать? А, ну, я это, Павел. Я бань. Да. Ну, не обязательно, чтобы двоилось можно. Да. Слушайте, как вы узнали, что они здесь у нас? Ну, я стрим смотрю постоянно. А они уже выложили что-то, да? Да. Да, видео. В Инстаграм уже, Рилс и Шортс. Да, уже по всему ТикТоку прошла информация, что мы с собакой здесь парились. Ну, ладно, что вы? Что? Я не мешаю, просто я, если надо. А топ главных правил вообще парения какие? Да никакие, что нравится, то и делаешь. А что тебе нравится? Ну, как? Ну, ты знаешь четверку, восьмерку? Ну, конечно. Знаешь такое, ну, да? Дышать пихтой, поливать ноги холодной водичкой, шапку холодную на голову. Ну и да, ну что нравится, то и, как говорится, то и получает человек. Ну конечно. Ну ладно, все, пусть они сами ну, парятся. Спасибо. А это типа что ли, реально? А ну, картину где вы взяли? Да это мое, просто. Какой спасибо приятный большое человек! Это вообще караул! Какой это приятный вообще человек! Да, я здесь живу рядом просто. Делаю. Видно, что боже, хороший человек. Боже, как приятно! Это просто шарик. Я даже есть поверить не могу. Есть у меня один секрет, пацаны, про которого я рассказывал. Ты 10 пипал? Да. Под Найжару! Под Найжару! Let's go! Плоды, хламур и брюнетки, ага. Мне не важно, гламур нас хватает, гламур. Аж по улицам пошла, звезды плоскопью царит, словно чисел простота. У них нет вопроса. Забери меня в судьбе эту линию колен. Только! Рюмка водки на столе. Голоса бурундука, пожалуйста. Боже, я
жизнь отчастная, беспонтовая, но кайфовая. Sometimes rock, okay, I feel it just a thing. Надерзан тоже крученичок. И теперь я помираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный дед? Есть птицы, белесы, сады. Звезд на солнце крыш. Только мы с конем по полю идем. Я твою как никогда. Альбом он чисто мой, никому его не продам. Тут он набит коробками смерчом. Берем подтвердить наши постели бортати. Мир пустой, ты с этим старым познакомься. Охуеть, блядь. Переплетено, море не тяно, потяни за них, за них, как качается клубок. Это переплетено, совпадение ноль. На лебединых островах, где нас нет, слушаешь меня и подыши из золота. Видите мой вымышленный город, вымышленный золотом. Под светом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дороги, которая выбрана, куда где встретим последний рассвет. Обида залита в груди, сука, не хочется жить. Дарил ей столько добра, ты думал лишь ты и она. И спокойно ладил дела. Я затолкаю тебя в тачку силой и отвезу тебя к пацанам. Там байкеры, дай пиво. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Как много в мире девушек красивых, и среди них верных, да и простых. Какая будет терапия? Оттого порою грустно, что в жизни бывает много несправедливых вещей. Сколько с тобой попробуем баб. Азиаток, метисок, мулаток. Конечно, эта сука приползет. Я же нас, придурок. И создатка зальет тебе уши. Я извиняюсь, мы же вам заплатили, может вы спарить пойдете. Нужно секунду. Пулабыны танки, я еду в бой. Тут я капитан, боевой ковбой. Купил новый тул, это самолет. Это вертолет. Я капитан, боевой ковбой. Купил новый тул, это самолет. А это ты подох. Эй, ты тупо лох. Пососи тулов. Пыль там, где я еду твой. Тут я капитан боевой ковбой. 5 минут назад я трахал суку вместе. Всего 5 минут спустя. Не прошло 5 минут, как я заролил. Эй, 5 минут назад я был там. Эй, ра-та-та-та-та-та-та-та, мой автомат. Эй, 47 АК, сука, мы палим города. Эй, ра-та-та-та-та, звук с окраинь екатов. Лоб идет закатом, страж идет за лодом. Акул бедил за копом, на пика. Ну как мы палим города. Мы в города и заработал денег. Я вынимаю жопу, возит новый Мерседес. Ты думаешь, бас наебал, Лех? Вы в города и заработал денег. Вы в города и заработал денег. Жопу моей дамы возит новый мерин. Я когда-нибудь уйду. Вы
Долбоёбы не поймут. Каково же на виду? Это так, это факт. А я когда-нибудь уйду. Я не понял, во что мы играем. В попробуй не подпевать или попробуй не смеяться. Но зато менялся на глаза, только вспомнил шум дорог. Ты летящий даль, беспечный ангел. От кого? От того же парня. Серьезно? Да, рыбки. Спасибо тебе. Я только высушился. Бля! Во, бля, смотри. Во, бля, смотри. Ну, бля, ты либо берешь нахуй, либо не берешь. Ну, не хочет. Белые обои, черная посуда, на стручевке двое. Oh, the light inside your eyes, just black.
like a diamond. Shall we like a diamond? Что? Ты чё, долбоёб? Кто там? Там, блядь, просто сын, блядь, спереди стоит, нахуй, в маске. В смысле? Мамой клянусь своей. Сидит перед капотом, блядь. Че ты так испугался-то? Ебать, ты чё, дядя? Пиздец, я поссать пошёл, нахуй! Надень маску! Придурок, блядь! Я вот эту хуйню вижу около капота! Поссать, я обоссался! Бля, ебать, жёстко! А вас сейчас стрим идёт, да? Да. Почему я это увидел? Я когда Лёху слышал, он там что-то точно серьёзное. Да, там не завоз был. Будешь работать? Я не приду, теперь туда встать. Блядь, олень её ебать. Я могу подарить, он её куда-нибудь повесит. Он назад куда-нибудь. Интересно. Ебать, он испугался. Я бы любой бы обсрался. Бля, я сначала... Заимно, счастливо, спасибо. На баре надень, на баре надень. Одевается, одевается. Не одевается. Одевается. Пока я в атмосфере. Я сначала подумал, что он крысу какую-то увидел. Да, я тоже думал, что что-то типа крысу или что-то. Вы прикиньте эту хуйню! Доля секунды осознания, что это не вы! Я вижу, но меня не смотрят, просто так сбоку. И голову так поднимают. Охуенно. Охуенно. Это было хорошо. Сори, что я тебя оскорбил, друг. Извини, пожалуйста, что я тебя оскорбил. Это было сильно. Ебать, маска страшная. Ебанутый мутный тип, нахуй. На месте Лёхи, когда ты хочешь сать, увидеть вот это. В темноте. В темноте, нахуй. Пойдём, я тебе просто покажу, как, блядь. Вот, вот в темнота. Вот я вижу так же, как и вы сейчас видите. Вот вы видите хоть что-то? Вот так. Вот просто, смотри, вот я просто иду. Потому что, дай чуть-чуть включу фонарик, чтобы... А, фонарик не работает. Дай подсвечу. Не-не-не-не, подойди. Вот я иду поссать. Это я. Я иду поссать, вот, вот, да? Вот так. Иду и смотрю вдаль, думаю, что за хуйня? Не-не-не, это хуйня детская, братан. Ой, блядь. Вот я иду, а вот где так, я должен смотрю быть? Сюда, не вижу, темнота. Смотрю сюда, какая-то хуйня. А он вот так сидит. Он вот так сидел, на картонах и смотрел вперед. Я смотрю на него. Сейчас на себя посвети. Сейчас. Вот так он сидит. Я смотрю на него сначала бок, я не понимаю, что за хуйня, и потом он на меня вот так поворачивается. А если быть точным? А если быть точным? Бля. Да, клянусь, один в один. Я свой рот ебал просто. Уебище. Блядь, ну так можно за инсульт нахуй словить. Инфаркт. Ты вы прикиньте, как я обосрался, блядь. Мы слышали. Убери нахуй эту противную хуйню от меня. Момо, блядь, или как это? Ватсап, блядь, Момо. Демон, ёбаный. Джейсон Момоа. Дорогие друзья, спустя все это время мы отправляем вас спать и говорим спасибо за просмотр, что вы были с нами. Мы будем спать, отдыхать. Давайте, чат, всем спокойной ночи, пока. Пока, чат. Спасибо, что были с нами. Да, реально, от души.